Вас. Специально для мужчин, по вашим просьбам, вынес отдельный урок, который направлен на корректировку, это самомассаж, на корректировку формы объема полового члена мужчины. Для того, чтобы скорректировать размер и форму полового члена мужчины, не обязательно есть какие-то таблетки, делать какие-то операции. Простой самомассаж, который будет занимать у вас 5-10 минут в день, можно делать один раз в день, можно делать два раза в день, но не чаще, поможет вам со временем, через 2-3 недели, через месяц, скорректировать форму и размер полового члена. Если он у вас искривлен влево, его можно выровнять, сделать прямо. Если он искривлен влево, можно его сделать прямо. Но размер и форма полового члена не так важна. Важна для женщины и для получения качественного удовольствия разность форм и потенциалов. О чем я говорю? Чем явно выраженнее у вас головка полового члена, тем больше удовольствия получает и мужчина, и женщина. Когда головка становится явно выраженной, повышается чувствительность и повышается размер, потому что основная чувствительная зона в мужских половых органах – это как раз-таки головка. И когда она увеличивается, мы более активнее, более явно взаимодействуем с женским влагалищем, и удовольствие мужчины получает максимальное. Если мы говорим про женщину, то у женщины строение внутренних половых органов состоит следующим образом, что есть две точки при входе во влагалище, есть зона G, есть зона напротив зоны G, есть точка у свода матки. Но так или иначе, основная часть эрогенных зон женщины, внутренних половых органов, находится недалеко от входа во влагалище, на расстоянии приблизительно 2-3 см. О чем это? Это о том, что чем явнее выраженная головка мужчины, тем больше удовольствия получает и мужчина, и женщина. Самомассаж, который я для вас вынес в отдельный урок с мужского курса, вы можете купить отдельно именно самомассаж, позволит вам увеличить объем вашей головки и разность потенциалов. Головка будет увеличиваться в объеме, удовольствие будете получать больше. И ваша партнерша, соответственно. Помимо всего прочего, увеличится чувствительность самой головки. Поэтому простой массаж, который занимает 5-10 минут в день, один или два раза в день, имеет накопительный эффект, и в ближайшем будущем вы увеличите размер головки и сможете скорректировать форму вашего полового члена. Вот такая вот история. Кому интересно, ссылка на видеоурок в описании. Приобретайте, практикуйте и наслаждайтесь жизнью и получайте удовольствие от жизни и от секса.